секрет, что Казанский федеральный проводит огромную работу по программе повышения конкурентоспособности, и рейтинги в этом вопросе играют значительную роль. Недавно стали известны результаты обновленного глобального рейтинга сайтов лучших вузов по версии портала Webometrics. Последний год мы прибавили почти 500 позиций в рейтинге. То есть если в прошлом году мы были 1489 в конце июля, то причем с отрицательной динамикой, то вот после последнего обновления в июле мы уже 1048 в мире. Ну, задача первоначальная стоит попасть в топ-1000, а потом уже дальше развиваться. В принципе, мы нагнали наших партнеров, наших коллег по программе 5100. На одну позицию мы только отстаем от Санкт-Петербургского политехнического университета, там недалеко Томск, недалеко Уральский федеральный университет, с учетом того, что там год назад мы отставали там 300-400 позиций. КФУ идет в правильном направлении. Есть цель, есть действие, а значит, будет и положительный результат. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.